Так, итак, всем известно, что 31 декабря мы все дружно никуда не идем, а ждем тест-драйв, потому что 31 декабря я выкладываю такой тест, о котором никто не знает, и сейчас вы даже не поймете по названию, что это за машина. Но такой тест-сюрприз, новогодний подарок для моих подписчиков и зрителей. В прошлый раз это был Ford Raptor, и, конечно же, этот автомобиль должен быть очень мощным, харизматичным и интересным для всех. И не буду долго вам какие-то секреты там, еще что-то, какое-то водить недоумение. Могу только сказать, школьники, приготовьте салфетки.